ожидал, но оператор сняли. Хорошо, парни, нам спросил атаку. Например, ударить, выйти хорошо встать, подгрузить руку правильно. Сейчас мы будем работать акцент на ни. Первый вот ищ, по подушкам разнести, и все сразу побежали рвать подушку. А технику мы практически не отработали. А сейчас мы наоборот не будем бить, потому что нет защиты, ничего. Мы будем делать вот что. Движение в лоб, опять же, самое простое, самое простейшее. И мы будем делать уход, акцент показали отсюда. Красиво вывели, взяли контроль или показали здесь все виды. Я не такой эксперт. Вот как раз такой подготовки, да? Пожалуйста, сами, ну, получится, посмотрим. Пожалуйста, делайте отбивку, блокировку и так далее. Потом девушка мне говорит, я, например, бью мавашу, мавашу голову. Я раз, ушел красиво, голова, лоб и красиво положил. С передвижением вперед, например, сделал наваливающий. Да, ну и так далее. Во время движения можете акцентировать, не акцентируя, показать движение на лицо удар. По лицу и так далее. Пожалуйста, пожалуйста. Ладос, пожалуйста, начинаем. А теперь показывать медленно технику, которую делает вариант. Дайте своему сейчас партнеру отработать обязательно. Вы когда его загрузили, проведите. Акцент сделайте. Головой покажите движение. Хорошенечко пройдите здесь. И вы видите куда. Дальше постояли, например, движение. А он в это время плывет, ему сюда попало. Он уплывет, да? Так дальше начнете его гнуть. Пусть он стоит, дальше поддастся. У вас до банального не должно доходить просто. Один куда-то помахал, второй. Так ничего не будет. Мы работаем прием. Из карате вы дальше вытаскиваете свою любимую вещь. Или вы его подрежете, там у вас нож был в кармане, уже в горло раз, и нарезали, и пошли дальше. Вы провели первый хороший удар, вы провели дальше, поломали, шею порезали. И так и далее. Вот. Может не очень, конечно, красиво звучит, но примерно так. Хочу. Вы понимаете, что у меня там написано? Да, если вы вот это задаете, а он типа упал, ну тихо, ну не давай, возьми его в контроль. Здесь Олежа ногу кидал, да? Раз, пахнет. Раз, двигайся со стороны. Бедро. Отсюда. Тем более, не понимаю.
меня длинные волосы, я вообще никому так не дам. Вдруг за волосы схватят, значит, у меня. Ну, то есть я четко предполагаю, что какие могут быть вещи, если бы я был маленький и такой сбитый с такими клешнями, с такими, я бы вообще не блокировался. Такая шея, с такой шеей не надо даже подбородок было. Он здесь стоит и все, и голова уже не отлетит. Если я был бы худенький, я сразу рассматриваю, да, а высокий, да, у тебя ноги слабые. Будут ноги, но если это не Питер Райанс, да? Тогда смотрим, здесь то же самое. И много разных техник противодействий, да? Девушка так стоит прекрасно, я с удовольствием. Что ты сюда вхожу. Сюда, да? Это все отель. Я делаю движение отель. Здесь рука стоит. Но я бью кулаком прямо по руке сюда. Смотрите так, давайте рассмотрим ситуацию. Вот со своими спортсменами. Раньше было принято вот так, вот кушином занимались, вот такая работа, ха, руки, отлично, сюда. А если, не дай бог, сломано здесь хоть один палец, сломан во время боя, 90% у вас начинаются рефлексы. Никаких мыслей, ничего, только сюда, импульсы идут, то что палец сломан. Всего маленький палец на ноге, адреналин не поможет, но через сколько-то секунд он будет уже действовать. Поэтому защита, есть пассивная защита, так называемая. Все виды блоков надо делать продуманно, правильно. Уже не говоря о том, что там с детства готовят поверхности, но не все могут поверхности сделать. Поэтому я рекомендую здесь, вот условно говоря, что у нас там может быть удары лицом. Руки здесь, вот двигаемся, да? Дальше удары по корпусу. Потому что я тоже самое держу дистанцию, наоборот, ее держу, это спорт. У каждого у вас есть возможность додумать, что можно против этого сделать? Лоу-кик. Можно защиту делать. Но если это будет Сергей Толмаков против меня, вот эта защита моя обойдется много дороже. Потому что такие люди ломают по 4 бейсбольные биты. Просто природа этого, не потому что они там самураи. Потому что у них, ну так грубо говоря, люди с внутренним таким состоянием, да, так грубо говоря, с яйцем, и иногда им хочется немножко поработать так более четко, мощно. И поделать, да, при том еще вес там хороший. Поэтому надо здесь смотреть. Поэтому рекомендация следующая. Когда мы двигаемся, о, мы ломаем дистанцию, уходим. Смотрите, она на одной ноге, а я на другой. Там у меня еще подзаряжены бедра. Я сразу, если в голову вкладываю, очень важно бедра. Я всегда смотрю рознь, джиу-джитсу, рознь, айкидо, рознь, карате, рознь. Так вот, если люди работают вот так вот, то это до свидания, там, хоть про них много написано. Если люди работают при этом как вода текут, бьют в правильные зоны, закручивают правильно, путают и так далее. Но я просто сейчас так показываю, вульгарно, да? Зоны всевозможные, они вместе не перетекают, непонятно, где он вам поддавил, а непонятно, когда он встал и продолжил. Потому что нет культуры удара без культуры борьбы. Это одно, это инь-янь, опять, личный. Поэтому смотрите, ребята. Смотрите сами, с большими пацанами. Я вообще драться бы не стал. Не стал в том плане, что тактика избрана. Допустим, идет нападение. Лоу-кики, мамаша, например. Я бы двигался здесь. Я бы двигался все время. Большой так 3 раза кинет, он уже будет потеть сильно. Кислород сожжет. Большой медленно ставит ногу на землю. И так и далее. Да? Большой. Если бьет в лоу голень может у меня здесь. Но для этого есть еще какие у нас дела? Лоу. Вот так. Сбить. Маленькое касание сюда и 30, уже 70% гасится. Вы должны предупреждать атаки свои. Предупреждать атаки. Атаки ваше тело должно работать по касательной. Мощный удар должен быть. Бокс это бедная культура. Она великая, но бедная, потому что там кричат. Карате, джиу-джитсу, великая культура, там нет конца. Есть начало, но нет конца. Вы делаете траекторию. Траекторию. Вы ходите за счет бедра. Работаете, у вас позволяет бедра заряжать. У вас заряжать колено позволяет. Работа через эту точку. Почему про нее пишется? Вторая чакра, вот она проходит здесь, это через позвонок. Вот она здесь есть. Если вы как восьмерочка работаете, делаете движение, все переходите. Хорошо. Вы делаете ведь движение не так, а делаете так, да? В корпус ровно остается. Все. У меня учитель бывает раз в году нужен. Как прозвучало, как будто женщина. Да? Учитель бывает раз в году в Японии. Если позаниматься, удается только
помочь. И получается, он нам дает. Так вот, все эти вещи, когда особенно говорит, Роберт, вот то-то, то-то на японском. Я в Ригу приезжаю, там, видимо, что-то накопилось, потом оно начинает жить во мне, жить во мне. И раз у меня одно получилось, другое. И Роберт сам себе оказался тренером. А бывает тренер стоит. Роберт, ну делай вот это, ну ты же неправильно делаешь. Левая рука. Внутренний там Роберт, который живет, он ничего не делает. Он не может сделать, потому что у него уже все проживали, и даже во внутреннем некуда положить. Поэтому, ребята, сами, если вы увидели принцип, если он у нас живет, учитель тот, в котором начинает жить. То есть мастерство в том, которое начинает жить, а не тот, который ходил 10 лет в секцию и имеет черный пояс. Это нет. А если у вас просто это живет, вот товарищ мой, с которым я в Японию ездил, он говорит, Роберт, прошу тебя, только не заставляй меня выполнять приемы отрабатывать. Я говорю, Кеша, как? Потому что, говорит, для меня это самое страшное. Я говорю, а как учишься? Ну, это много лет назад еще. Говорит, мне надо видео посмотреть. Или где-то по телеку какой-нибудь финку увидел там. В боксе все, говорит, он мне живет. Он только парень занимается физо, но это уникально. В нем только физо, и этот прием в нем автоматически работает. Настолько его компьютер обрабатывает информацию, что он увидел бокс по телевизору, там мекс или тектовес играет, а он в тяжелом весе это включает физо. Но вот с партнером стоит, говорит, я тогда деградирую. А кому-то наоборот, вот с партнером. Все люди разные. Поэтому, о чем мы делимся, я не утверждаю в конце, что вот это правильно, что я делал, но вот эти схемы у меня работают. Ну, я там был каким-то где-то что-то кубки какие-то завоевывал, где-то выступал, они вот у меня работали, у других никого не работало. А учили нас, говорю, 8 технологий, во мне 2-3 жены. Только поэтому, если вам что-то подойдет, это польза, да, какая-то, ну, полезная вещь, и я буду полезен вот в этом плане, сейчас у нас полчаса остается, мы поговорим вопрос. Смотрите, а я вот на семинаре, вот Сергей проводил, сенсей ваш, да, я выучил культуру каких-то нам интересных, понравились какие-то вещи, там, пальцы, веревки, вот это мы не видели, я пошел получить. Олег интересно показывал, я у Олега бываю в Дюте, тоже мы к семинару Олега очень интересно показывали. Мы с удовольствием походили. Поэтому, если вам что-то сегодня немножко пришло, тогда вы это на свои ставьте рельсы и приделывайте обязательно тех, которые вокруг вы закрепляйте свои. Потому что я увидел в тэквондо красивые вещицы. Смотрите, в тэквондо красивые вещицы, они прыгают и выстреливают, да? Да, я увидел, а как можно к Кёкушину приложить? Потому что тэквондо есть. Да, а Кёкушин, какая у нас вот тема пошла. Я посидел такой, мне очень понравилось. Первая техника, смотрите. Боец уходит шагом назад, просто шаг назад. Я промахиваю здесь, выдали, когда зона, когда боец не может никуда уйти. В этой стойке, проходит, когда она меняет стойку, динамика отсюда невозможно уйти. В боксе, это позиция, когда вы стоите на прямых ногах против удара. Оказались на двух прямых ногах, вы не можете к прямому удару пойти. Позволяет повторствовать тех, когда вы так все смеете, если идет прямой удар. Вот это говорят, никогда не стой параллельно, я пошел в боксом. Не стой, пока я сам не схватил. Короткий часть. Садишься. Вот такая схема. Вот в принципе свой такой монолог, который я хотел выложить, посмотреть. Вот уровень все-таки старших ребят, я хочу сказать, он заметно лучше. Качественные. Видно акцент, да, взрослые люди, они более целостные. Ребенок может быть сверхтехничным, по кругу все делать, но что касается дела, он не будет. Вы пацаны взрослые работают, очень приятно посмотреть. Вот вы вот здесь тоже вы хорошо работаете. Есть удары, есть погрешности. Когда мы пишем книгу, я немножко там, пытаюсь писать свои истории разные, под чужими именами, потому что пишу на компьютере истории разные. И всегда знаю, что у нее есть конец определенной истории. Если я просто так от балды начал, и все. А бывало и так, что я написал 10 абзацев, а потом сказать нечего, и конец есть, а начало там. Также у вас должна быть законченность техники. Законченность деревья. Раз, а у нее через век, как казалось, 3 раза. Еще колено на земле. А если вы технику взяли борцовскую, взяли, например, завалились хорошо, взяли, и руки, например, перебиты, все, и бить нельзя, делайте болячки все, ломайте до конца, пока хруст не будет. Еще дышим, добивали. Вот это для реальной схватки. Почему я такой свирепый стал? Потому что боя без правил наступает. В Японии бои, где пацаны говорят, ну, эй, братан, и вечером все сидят уже пиво в Токио. Сидят, и агрессия здесь не идет, бои хорошо, из этого клубка вныривают, забивают. А если еще запрещенными техниками, давить там куда-то, давить, рвать. Вообще шикарно. Вот этим самым
моя точка зрения, из того, что я видел на последних соревнованиях, мне понравились россияне, потому что они знают правила. Они элегантно работают, русские ребята, легко приглашал. Они работают всю ночь ужиться, сегодня сошло на чисто спортивные бойцовские вещи. Или то, что я видел, прикладная техника дается в нереальных условиях. Я вот еще раз скажу, рекомендую со своей позиции, сделайте кросс, или техническую хорошую сделайте. Ну, как вы сами договорите, после этого проведите хороший несколько сетов по отработке скоростных быстрых ударов с завертыванием лезвия. И тогда посмотрите, работает техника или нет. И то это еще не потолок, это рефлекс. Смотрите, мы на дискотеке, но не секрет. Я вот выпиваю, могу выпить за вечер 200 грамм водки, хорошо покушать. Это бывает нечасто. Я пьяный, скажу, в русских джинсах, модных, там еще что-то. И началась свара какая, да? Там нет ни разогрева, ни разминки, ничего. Какой там еще каких-то приемов, думаете, если меня начнут бить, хватать что-то? Благо, что я бываю позитивным. И вроде так с компанией тоже общаюсь, со знающей компанией. Так что вот этот спорт тоже не тренирует. Смотрите, как загружается сразу дыхание. Поэтому, если вы идете на уровень, на пик, не только техника, сердечно-сосудистая, связки, мощная работа ног сильно, она должна все сочетаться. Мы, конечно, говорим о самих вещах, которые уже должны выходить на вершину. Но вы должны к этому стремиться, вот такое моя точка зрения. И хорошим наносить удар акцентированным. Если у вас есть только щит, но нет мяча, вы будете защищаться, пока щит не сгорит, не пробьет. Если у вас есть только меч, то вас тоже попадет стрела. Стреляю. Примерно так я думаю. Щит меч. Меч должен быть не из пластилина, а из жилета. Хорошего металла. Щит должен быть тоже из панциря, там, черепахи, там, 300 лет. Вот такая примерно схема. Вот, спасибо. Я, друзья мои, просто хотел бы тоже какие-то послушать ваши, может быть, вопросы или что-то. Я не знаю, как у нас дальше что служит. Я говорю, все практика. Так же, как вы бежите, вы же послушали, что я сказал, надо бежать. Начали хлопать. А никто не считает. По-японски считать умеете ли? Должны. Должны. Если не умеете, считайте по-латышски, по-русски, по-английски, любой счет, пожалуйста. Но я должен слышать ваши голоса. Вот это такая сегодня у нас практика. При дыхании считайте, слышите, а вы бежите и зажаты. На самом деле, для меня это хороший показатель, что кто-то комплексует. Также будут компрессовать драйв. Также такие люди закомпрессованы не могут пригласить девушку в клуб компрессовать раз, не могут нормально прокрутить бизнес, не могут нормально сделать какое-то серьезное дело. Я вам просто это обещаю, и из практики, то, что я учил, мне это объясняли. Я это понял, я тоже был закомпрессован и зажат. Здесь надо открыться. Если вы будем молчать, значит, любую технику скажем сегодня, надо просто лайкать. Вот кто может прессовать, кто сможет и дальше. Поверьте. Хочу побежать. Так, Hey!
время вы только должны смотреть вверх, скатимся. Специально же время надо, чтобы отдохнули. Важно для работы не делать вот так. Начальник слушает, чтобы человек что-то видел. Раз вы не развернулись, четко сюда. Виды ухода по атаке, 4 штуки, смотрите. Первые 2 метра, это с уходом назад. Вот, надо сделать уход задним ногой. Второй вид атаки, другая нога делает. Другая. Далее, сзади уже находится, ну, вооруженный второй человек, скажем, или стена. А что касается нашего вида, это канаты ринга боксерского. Что на канаты уже нельзя подходить, потому что положено. Значит, шаг будет делаться за спину. За спину. Она с места сразу с предлогой прошла. Вторая рука. За спину. Сразу делается движение за спину. Когда идет движение вперед, мы раз и прошли сразу назад. Когда нет возможности уходить назад, движение идет сюда, мы сразу идем за спину. Уже будут всякие разные движения, нарезки и так далее. Многие ребята это знают, особенно кто практикует ближний бой. Поэтому кто-то не знает. Поэтому мы сейчас потренируемся, поучимся, поделаем эти комбинации, а Надя прокомментирует, а мы потренируемся. Вот. По парам желательно, чтобы вес и динамик был одинаковый. Становимся. Вес, да. Чтобы были не так хорошо. Так, повыше, полегче. Лежал сейчас, у нас мало. Будет стрелять, или там что-то материться, рукаться. Что надо сделать вначале? Очень важно, когда идет движение, раз и остаться в зоне недосягаемости, и потом подработать. Очень важно контролировать, это же какая территория здесь. Так зависит, чтобы вам было много. А здесь это куча вариантов может быть. Затылок и так далее, там очень много прикладной техники. Поэтому сейчас я показываю технику, простую, опять же, сейчас удары рушатся, я сейчас начну. Зачем? Мы начнем с вами. А мы должны примерно понять из самых простых вещей вытащить эту тему. Хорошо стоять. Что очень важно, после того, как мы пропустили, очень важно, чтобы остались в позиции.